Историки точно не могут назвать страну, где появился танец живота. Может быть, это был Египет, может быть, Междуречье, а некоторые считают, что истоки танца живота следует искать в Индии. Живот – это жизнь, значит, это танец жизни. С кем и с чем ассоциируется само понятие «жизнь»? Конечно же, с женщиной, матерью, землей. И действительно, танец живота непосредственно связан с развитием культа богини плодородия, богини-матери. Ритуалы в честь богов нередко сопровождались музыкой и танцами, которые не только прославляли, но и отражали функции этих богов. Танец живота отражает процесс зачатия, вынашивания плода и, наконец, рождения. Именно поэтому танец живота содержит эротические элементы. Однако с течением времени этот танец стал выходить за рамки только религиозного культа. Он начал становиться светским. Со времен возникновения танец живота, еще его называют беледи, всегда был танцем женского самовыражения и чаще всего исполнялся в женской компании вдали от мужских глаз. Во времена Отаманской империи женщины из разных стран вместе жили в гаремах турецких султанов и, конечно же, там танцевали. Танец был скрыт от посторонних глаз, и только их господин имел счастье наслаждаться этим волнующим действом. Женщина напоминала собой тень, извивающуюся за кружевным покрывалом. Именно от этой загадки и исходил эротизм танца живота. Сегодня беледи становится популярным во всем мире. Проводятся танцевальные олимпиады, на которых наши танцовщицы занимают первые места. Однако, пожалуй, самый большой урожай наград собрала героиня нашей программы Наталья Беккер. Родилась я не в особо восточной семье. Мама у меня немка, папа у меня русский из Москвы. В общем, такая фамилия у меня, мягко скажем, совсем и не русская, не восточная, Беккер. Однако получилось так, что вот свою жизнь я, свой творческий путь связала именно с искусством восточным, с восточным танцем. С детства мне очень нравились индийские танцы, но так, как в Красноярске, где я, собственно, родилась и выросла, не было индийских школ, школ индийского танца, то моя давнишняя детская мечта стала сбываться уже гораздо позже, когда я закончила, уже стала хореографом, балетмейстером, и, будучи на гастролях в Турции, в Египте, стала уже самостоятельно изучать на практике, знакомиться с тем искусством восточного танца, о котором я когда-то в детстве мечтала. Восток может стать ближе. В школе-студии Натальи Беккер притягательные танцы Востока, зажигательные народно-сценические танцы. Телефон плюс 7 921 908 88 53. Сайт www.belledancebaker.ru. Через 4 года после начала занятий я уже стала чемпионкой мира в 2004 году, чемпионкой мира по танцу живота. Я уже дважды имею этот титул. Мне очень приятно то, что в этом году, прямо можно сказать, как по олимпийским меркам, через 4 года после первого моего титула в Сеуле в 2008 году я стала уже двукратной чемпионкой мира по танцу живота. Flesh on my bone, love's coming in their soul.
я возглавляю международный фестиваль восточного искусства, музыки и танца, который проходит в Санкт-Петербурге дважды в году, в марте и в октябре месяце. Помимо меня, естественно, в концертах принимают участие мои ученики. У меня есть школа, которая вот буквально сейчас уже исполняется 4 года. У нас, можно сказать, своеобразный такой рубеж. Мы подводим итоги. Школа у нас, не побоюсь этого слова сказать, самая титулованная школа России и Европы. Многократные чемпионы России и мира по классическому танцу живота, народно-сценическому танцу, шоу «Belly Dance» и фольклор. Чемпионов, победителей чемпионатов России и мира 2008 поздравляют представители администрации Колтушской волости Всеволожского района партии ЛДПР. Президент Санкт-Петербургской федерации современных танцев и вице-президент Общероссийской танцевальной организации Ралиф Шакиров отметил высочайший уровень, который демонстрирует школа-студия Натальи Беккер из года в год, являясь своеобразным ориентиром творческого роста как для исполнителей, так и для педагогов других танцевальных школ. Четвертый год подряд Наталья Беккер получает премию от Общероссийской танцевальной организации за вклад в развитие Belly Dance как лучший хореограф года. Горжусь своими учениками. Это команда, сильная команда, дружная команда, которая готова друг другу помочь. Очень приятно, когда наши ученики приходят болеть за наш ансамбль. Конечно же, школа состоит не только из одного ансамбля. В школу приходят все желающие, от мала до велика, и занимаются не для достижения каких-то результатов профессиональных или на конкурсах, просто для того, чтобы получать удовольствие. Маленькие девочки пытаются себя представить восточными принцессами, королевами. Женщины разных возрастов приходят и занимаются у нас. И это дает, безусловно, некую такую свободу, уверенность в себе. Красота танца живота заключается не только в потрясающей пластике рук и тряске бедрами и плечами. Огромную роль в белли-дансе играют костюм и аксессуары. Шикарные наряды, костюмы из полупрозрачной ткани, украшенные сотнями нитей с бисером, увешанные маленькими звенящими монетами, сделают богиней каждую женщину. Законодателем мод на костюмы для танца живота является Египет. Классический костюм состоит из юбки или шальвар, пояса и лифа. Однако для танца живота также популярны беспоясные костюмы и платья, когда вышивка и развеска делаются на юбке. В этих костюмах не предусмотрен жесткий расшитый пояс, который одевается поверх юбки или брюк. Он может быть только сымитирован вышивкой по мягкой ткани юбки. Когда женщина красива, когда на ней красивые яркие наряды, когда она движется под, безусловно, красивую музыку, в общем-то, это никому не секрет, что Восток очень мелодичен, Восток очень красив и гармоничен музыкально. Поэтому, когда вот это все вкупе, красота, что называется, в одном флаконе, женщина, музыка, красивые одежды, конечно, это, безусловно, привлекает внимание, в общем-то, как и мужчин, так и женщин. Красивая нравится всем. Также мы будем рады всем новым посетителям и ученикам нашей школы, независимо от тех мотиваций, которыми они руководствуются, придя в нашу школу. Мы будем рады всем.
Что касается сегодняшнего нашего праздника, мне очень приятно, что администрация Колтышской волости, собственно, где я и многие наши ученики нашей школы живут, нам устраивают праздник, который позволяет, на котором мы поздравляем наших девушек, нашу группу, наш ансамбль с титулами чемпионов мира по народно-сценическому танцу, по классическому танцу живота. Конечно, это большие достижения, и, безусловно, очень приятно, когда администрация нас вот так вот чествует и поздравляет, и уделяет нам внимание, помогает нам. Я поздравляю вас от всей души, желаю вам еще больше творческого процветания, более плодотворных тренировок. Ну и я думаю, что все остальное придет, когда много тренируешься, много работаешь, всегда результат в итоге получается желаемый. Дай Бог, чтобы у вас все хорошо было. Восток может стать ближе. В школе-студии Натальи Беккер притягательные танцы Востока, зажигательные народно-сценические танцы. Телефон плюс 7 921 908 88 53. Сайт www.bellydancebaker.ru.
حبيبي قرب لي تضمك بإيدي انت بتعرف انا شو بحبك وقدش غالي علي حبيبي خليك حك غير عيونك ما بدي بخاف لوحدي ابقى لوحدي لو بتغيب شوي